Здравствуйте. Вы смотрите программу «Персональный акцент». В нашем эфире звучат самые разные мнения. Мы открыто делимся нашими тревогами и личными оценками. Сегодняшний эфир не исключение. Молдавская столица стала местом проведения международной научной конференции, которая носит название «Молдавская идентичность, историческая преемственность и перспективы развития». В этом форуме принимают участие более 80 представителей академической среды из 11 стран мира, в том числе Украины, Румынии, Российской Федерации, Болгарии, Испании, Германии, Словакии, Казахстана, Италии, Беларуси и самой Молдовы. В нашей студии представители Словакии и Болгарии. Людмила Липкова, профессор экономического университета Братиславы, Словакия, и Минча Минчев, профессор, доктор философских наук, директор Болгарского евразийского научного центра. Здравствуйте. 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 Спасибо вам за ваше участие в конференции и за то, что нашли время побывать и в нашей студии. Слушая выступление участников форума, я неожиданно пришел к выводу, что дебаты вокруг государственной идентичности так или иначе связаны сегодня с геополитикой, с тем, что происходит в мире. И в нашем случае еще и, вот, например, с политикой соседнего государства, который, ну, пытаясь подмять или размыть национальную идентичность наших сограждан, граждан Молдовы, стремится укрепить свою государственность. Но, в принципе, вот сегодняшний разговор не об этом. Вот об этом говорилось на конференции, но вот мне бы с вами хотелось поговорить о том, как геополитика, развитие масштабных политических проектов, например, тот же Евросоюз, как один из больших масштабных геополитических проектов, сегодня стал фактором, который здесь, в Молдове, так или иначе называют фактором, ну, угрожающим государственной идентичности. Вот ваш взгляд, взгляд граждан стран Евросоюза, ну, может быть, не ветеранов Евросоюза, но молодых стран, которые прошли те этапы, по которым сейчас движется наша страна. Вот опыт, наверное, убежден, что опыт ваш опыт для нас, граждан Молдовы, был бы интересен. Насколько все-таки верно утверждение, что геополитика стремится размыть государственную идентичность? Ну, давайте с вас начнем. Я первая буду. Да. Но я, может быть, скажу пару слов еще про историю Словакии. Вот, да, конечно. Как же. Геополитики, или как геополитика влияла на, не могу сказать, государство, потому что мы вошли в государство общее, в Чехословацкую республику. До того были частью австро-венгерской монархии. И только с 1918 года, когда была основана Первая Чехословацкая республика, в принципе, словаки стали более-менее равноправной частью новой республики, которая возникла на руинах Первой мировой войны. И с 1938 года опять там развал был Чехословакии, тогда было первое словацкое государство, но, к сожалению, оно было фашистское, оно было союзником Гитлера, и после войны опять возобновилась Первая Чехословацкая республика, и с 1 января 1993 года Словакия стала самостоятельным государством. И Чехия тоже самостоятельным государством. То есть, получается, процессы глобализма, или вот, они помогли словакам обрести собственную государственность? Ну, конечно, конечно. Вот, ну, многие страны в Европе, Югославия разделилась, ну, Германия объединилась, Советский Союз разделился, вот тоже много стран самостоятельных государств возникло. Да, вот возникло первое такое государство демократическое, словацкое, 1 января 1993 года. Ну, а вот вы член Евросоюза, да. Я имею в виду Словакию, да? Да. Вот этот процесс вступления в Евросоюз, он был сопряжен с какими-то сложными политическими процессами внутри Словакии? Или было ли вот такое геополитическое разделение по, ну, вопросах граждан, вступать, не вступать в Евросоюз? Да, ну, я думаю, что граждане, в принципе, все были за то, чтобы вошли в Евросоюз, когда голосовали за вступление или за подписание договора о Европейском Союзе. 66% граждан проголосовало «за». Так что это, в принципе, достаточно большая часть населения поддержала вступление в Европейский Союз. И сейчас, может быть, конечно, много выгод из нашего участия или членства в Евросоюзе есть. Ну, граждане, если по-честному, когда отмечали десятилетие нашего членства в Евросоюзе, граждане ожидали больше.
То есть есть разочарованность? Я должна сказать, что да. Вот. Самая большая выгода, наверное, для граждан, так как мы находимся в центре, там рядом Австрия, рядом Венгрия, то, что мы вошли в шенгенскую зону, вот, свободное передвижение граждан, это, конечно, да. А что касается экономики, там, конечно, передвигаемся, но, конечно, влияние более крупных в экономическом смысле государств, оно очень сильное. И иногда, конечно, положительное. Многое мы приобрели. Допустим, иностранный капитал пришел, но многом, я должна сказать, что потеряли. Например, сельское хозяйство. Там есть более крупные страны, как, допустим, Германия или Франция, даже та же Австрия, которые получают очень большие субсидии. И от этого страдают наши фермеры, наши сельское хозяйство. Ну, такой вопрос. А принятие самостоятельных решений как сопряжено с теми, будем говорить, законодательными актами, которые должна была принять Словакия при вступлении в Евросоюз? Оно, ну, то есть, насколько самостоятельно государство стало после вступления в ЕС? Ну, если по-честному, каждый договор, он ограничивает суверенитет, так что мы что-то приобрели и что-то потеряли, конечно. Но я думаю, несмотря на то, что многие граждане ожидали больше от членства в Евросоюзе, я думаю, что если было бы голосование, видите или нет, что все-таки Словакия бы не повторила бы. Брексит не был бы, да. Так что... Ну, вот, Минча, вы историк. Вы, в общем-то, участвовали сегодня в, я так понимаю, выступали с докладом на исторической панели сегодняшней конференции. Нет? Пока еще не завтра будете выступать. Завтра, да. Исторический аспект вот сегодняшнего мероприятия, он крайне важен, потому что сегодня ведь в Молдове, что самое печальное, каждому молодому поколению, тем молодым людям, которые должны продолжить эту преемственность, историческую преемственность, существующую в сегодняшней Молдове, она, мне кажется, прерывается сегодня в школах, потому что детям навязали историю румын. И, ну, ведь мы же понимаем, что именно в этом раннем возрасте восприятие информации достаточно острое и однозначно происходит. Дети не стремятся искать новые, другие альтернативные источники информации. Ну, навязали, значит, наверное, так оно и должно быть. И сегодня это, я убежден, самый большой удар по нашей государственности молдавской. Воспитание людей, которые не считают себя гражданами собственной страны. Вот исторический аспект крайне важен для того, чтобы показать, что граждане, то есть Молдавия как государство, Молдова как государство сформировалась очень глубоко в средних веках, если еще глубже. Вот вам, насколько это близко, и что бы мы могли бы сказать сегодня? Ну, то, что хотел бы сказать впервые, что ваше положение здесь, в Молдавии, очень сложно с точки зрения геополитического. Но из исторического. У нас в центре мы сейчас вводим понятие клеополитик. От кле – это муза истории. Так, если мы сравним ваше положение сейчас, геополитическое положение, которое очень сложно, является тем, что есть претензии из Румынии по вашей идентичности. С другой стороны, это стоит большое государство, как Украина, проблемное государство с многими собственными проблемами. Но история ваша говорит то, что это древний народ, потому что когда исчезала Болгария в середине и в конце 14 века, тогда появилась и Молдова. А у нас очень известно, Молдавия очень известна по многим причинам. Здесь Кишинева формировалась, когда болгарское ополчение во время русско-турецкой войны, которую сейчас мы отметим 140 лет, с начала этой войны, в Кишиневе уже была сформирована первая болгарская армия. А потом долгие годы болгары, которые находились в ужасающем положении в Османской империи,
они нашли здесь очень хороший прием. Конечно, это была воля русских царей, но наши болгары и гагаузы, которые шли вместе, встретили здесь очень хороший прием в Молдавии. А некоторые из наших болгарских политиков, выдающихся политиков, были по происхождению из бессарабских болгар. Так что мы очень крепко связаны. В Болгарии известно, конечно, когда мы вспоминаем те народы, которые имеют вклад для освобождения Болгарии, это, конечно, Россия, это украинцы, Финляндия, это тоже румыны помогли Болгарии тогда, и молдаваны. Вот мы вспоминаем каждый год на нашем национальном празднике. Но что я хотел сказать о Молдавии, это не только ваша проблема, проблема с идентичностью. Проблема идентичности – это охватывает целую Европу. Я хотел бы так добавить к этому коллеге, что сказала о том, Европейский Союз был создан как противовес, как возможность борьбы против формирующейся социалистической общности тогда. Она была успешной. Наши страны из отсталых стран, я не говорю о Молдавии, потому что она была в рамках Советского Союза тогда, но все остальные, от Финляндии до Греции, это были отсталые страны, за исключением только Чехии. Словакия тоже, она сделала свою индустриализацию в рамках Чехии, Чехословакии. Но задумано это было как проект сопротивления против влияния коммунизма и Советского Союза. А потом, когда уже расширили этот периметр охвата, геополитического охвата Европейского Союза, так нам в Болгарии, скажем, а и в Румынии тоже, мы не получили Бог знает кто. Так это для Болгарии это настоящая катастрофа. 2,5 миллиона болгар ушло из Болгарии. После вступления в Евросоюз? Да, 2,5 миллиона. Это такая катастрофа, демографическая катастрофа, которую мы не знаем даже, когда было турецкое нашествие на Болгарию. А Болгария это хорошо знает. У нас не был референдум, как, скажем, в Словакии или в Чехии. Я не знаю, в Чехии был ли референдум. Да, да, да. Никто не спрашивал болгар, хотят или нет. Но тогда, возможно, бы проголосовало немножко, чуть-чуть немножко для Европейского Союза. Но сейчас уже это очень опасно. Это очень опасно, потому что ничего лучшего не стало с Болгарией. Ничего. Она даже под уровнем 89-го года. Уничтожили всю нашу промышленность, всю. Сельское хозяйство целиком. Мы сейчас импортируем помидоры, все. А когда что раньше экспортировали? Да, тогда 4 раза больше Болгария производила, чем было его необходимо. Ее необходимо в эти годы. Так что это, если вам скажут, что вам будут здесь в Молдавии будет хорошо жить в рамках этого союза, не верьте этому. Не будет. Их отношение к нам, к Восточной Европе, это отношение колонизаторов к колониальным государствам и колониальным народам. Это чувствуется. Понимаю. Сегодня на этой международной конференции прозвучал и доклад сына академика Гросула, который основал Академию наук в Молдове. Доклад Владислава Гросула, если не ошибаюсь, так звучит его имя, в котором он, перед тем, как он зачитывался по своей теме доклад, он рассказал о том, что в своих исследованиях ему удалось очень глубоко погрузиться в историю молдавского народа и обнаружить, что молдаване как этнос сформировались далеко на западе Балкан. И первое упоминание, то есть он приводил в документы, ну, в, так сказать, которые были обнаружены, где упоминались
молдаване. Вот река Молдова, насколько помню, там и вот эти легенды. И это говорит о том, ну, еще раз подчеркнул, что у молдаван формирование идентичности происходило тогда, когда вообще национальная идентичность формировалась в целом на европейском континенте, когда формировались и другие народы. То есть это говорит о глубине истории молдавского народа. И в этом смысле я так понимаю, что и молдаване, и болгары, и другие национальности, проживающие на Балканах, такой довольно очень плотный общий этнос. Ну, не единый, но в то же время пересекающийся в своей истории многократно. Вот в этой связи такой вопрос. Насколько, ну, понятно, что очень связи болгары и молдаван тесно переплетены. Но всегда возникает вопрос, почему тогда такое противодействие мы видим, например, даже вот по отношению к нам, гражданам Молдовы, ну, где говорится о том, что, ну, знаете, навязывают, что мы, по сути, свои румыны, язык у нас теперь, видите, не молдавский, а румынский, хотя изначально, получается, если идентичность молдаван сформирована, была национальная идентичность, была много веков ранее, значит, и название языка, соответственно, должно звучать как молдавское. Вот на ваш взгляд, в чем причина такого, ну, не знаю, затирания? Вы знаете, я думаю, потому что Молдавия – это более старое государство. У молдаван есть средневековая история. У румын нет такого. Такое государство не существовало. Хотя румыны и болгары жили вместе на обеих стран Дуная. И даже есть такие историки в Румынии, которые говорят о Влахо-Болгар. Они недалеко от истины. Но государства не было. Государство, старшее государство, это молдавское государство. Я вам сказал, это было в середине, начало развиваться как государство в середине 14 века, это более старше, чем. Но, а здесь уже появляется другая проблема, потому что это новая национальность, настоящая румынская национальность, она возникла и сформировалась в середине 19 века. Так сколько отделяет их от молдаван? Ну, века, да. По сути, да. И потому что это большое государство, этнически оно очень сложное, потому что там проживает очень много болгар. Остались, они ассимилировались. Они сейчас уже румыны. Там есть Трансильвания. Там тоже уже сейчас то, что ваши языки близкие, не означает, что и менталитет будет близким. А вообще эти дезинтеграционные процессы в Восточной Европе очень сильные. Здесь от Финляндии, как сказал, до Греции, все эти государства получили свое национальное самосознание так от середины 18 до конца даже 20 века. Последние турки осознались как народ, как нация. Последние. Во время Первой мировой войны до тех пор они не осознали себя как нацию. А мы были периферными государствами, периферными нациями больших империй. Российской, немецкой или германской, австро-венгерской и турецкой. И потом получились эти государства, которые сейчас мы имеем в виду. И надо остановить уже эти попытки ассимилировать других. У вас достаточно очень близких отношений с Румынией. И я думаю, что это богатство, если две страны, которые говорят таким близкими языками, как Чехия и Словакия, идти лучше к интеграции, но сохраняя свою идентичность. Это уже богатство. Это прямо наоборот то, что делает Европейский Союз. Европейский Союз возник как желание глобализировать, уничтожить разницы между народами. Это было немножко так лицемерие. Это не было, они искренне в этом не верили. А сейчас вы видите, какие дезинтеграционные процессы идут там.
Великобритания разделена уже. Там есть Шотландия, но там есть и Уэльс. Но Испания, Каталуния, они говорят в языке, который далеко-далеко отличается друг от друга, не как румынский и румынский, молдавский. И вообще эти интеграционные процессы идут сейчас новой волной, новой идентичности народов. Это, я думаю, что это лучше, чем уничтожать народов и вообще эти разницы, потому что это, я думаю, что это все-таки лучше, если будут такое многообразие народов, культур и так далее. Можно ли сейчас утверждать, что происходит некая такая борьба наций против государства, как правового института? Ведь смотрите, вот вы упомянули то, что происходит в Испании, Каталонии. Там каталонцы хотят собственное государство получить. И баски, да, баски тоже. Баски хотят свою государственность. Mm-hmm. Они брали за оружие даже. Ну, вот видите, и вот сегодня получается, что, ну ведь сформировано государство Испания, то есть есть правовой институт, который защищает интересы людей, живущих на этой территории. Ну, будем так сказать, воспринимать, что такое государство. А мы наблюдаем сейчас процессы, которые вот многие склонны называть, что идет ну, такая борьба наций с правовым институтом в лице государства для того, чтобы, ну, не знаю, сформировать ну, другие государственные структуры или какие-то анклавы. Можно ли так утверждать, наблюдаете ли вы подобные явления вот сейчас на полях Европы? Может быть, я скажу, я еще хочу добавить к языку. Но я часто слышу, что раз язык молдавский и румынский очень похожи, даже если можно сказать, может быть, что идентичнее. Я думаю, что это не аргумент для того, чтобы жить в одном государстве. У нас наш южный сосед Австрия говорят на немецком языке. И есть большой сосед другой, их Германия тоже говорят на немецком языке. И я живу там в этой территории и вижу, что они все-таки отличаются менталитетом, несмотря на то, что язык абсолютно идентичный, немецкий. В Австрии даже называется немецкий. В пользу вот заявления, которое о том, что язык не определяет сознание. Ну, конечно, вот, да. Но, а культура, да, скорее да, всего. Да, и есть еще другие вот государства, где тоже так. И думаю, что это не аргумент, что язык похож или даже если идентичный. Вот и что касается вот этих вопросов нации и государства, ну, мне трудно вот говорить, у нас такой проблемы нету. У нас, несмотря на то, что есть национальные меньшинства, нету таких вопросов, что надо отделить, допустим, но есть, допустим, там требования у меньшинства, у венгров, их почти 10%, они бы хотели, может быть, больше автономии, вот, чтобы автономия была. На местном уровне. Да, да, но нету такой нации в рамках Словакии, которая бы хотела отделиться от Чехословакии, вот, от Словакии, все время путаю, Чехословакия, так что, ну, знаем, вот, например, действительно, вот и в Бельгии тоже есть такой вопрос. Шотландия тоже там референдум уже провела, хотят еще раз проводить референдум. Каталония есть такие примеры. Но Франция спокойная, там нету пока вот таких. А Корсика? Корсика, ну да, она географически немножко, вот я думала только про эту континентальную Францию. Так что у нас нету вот таких вопросов, не решаем. Ну и существует утверждение, что чем сильнее внешняя политика государства, тем сильнее внутренняя политика. Имеется в виду, что внутри государства меньше проблем, связанных ну, с такими разновекторными процессами. У граждан есть какое-то уважение к власти, уважение к самому себе. И чем меньше государство играет роль, так сказать, во внешней политике, тем она больше подвержена каким-то внутренним противоречиям. Ну, это опять же утверждение политических аналитиков, которые ну, интересуются историей государственности. В нашем случае Молдова сегодня ну, вот стоит перед целым рядом вызовов. Вот некоторые из них вот мы сегодня с вами обозначили. Но один из вызовов в том, что внутренняя политическая элита как-то не заинтересована в том, чтобы укрепить государственность Республики Молдова. Соответственно, не меняется ничего в образовательном процессе, не происходит укрепление государственности и во внешних контактах с внешними партнерами. Смотрите, мы стремительно
идем по пути сближения с Евросоюзом, ну, насколько я могу судить, стремительно. То есть уже подписан договор об ассоциации, соответственно, часть суверенитета, я так понимаю, уже передана в внешним институтам, имеется в виду в Еврокомиссии, которая нам уже навязывает те или иные решения. Да, открыл ты, нам утверждаешь, что открыт западный рынок, но навязывание случилось, вот я его называю именно навязывание, в том, что нас ограничили в связях с восточными соседями. Мы практически потеряли российский рынок. А российский рынок – это как раз та территория, за которую борется, если не весь мир, то, наверное, его половина. И это большой конфликт и большая проблема для нашей страны, потому что, в принципе, мы, будем говорить, экономической пуповиной были связаны с Россией, с Белоруссией, Украиной, ну, со всеми странами, бывшими республиками Советского Союза, и это очень сильно ударило по нашей экономике. Собственно, наверное, вы переживали те же самые этапы в своей жизни. Вот опыт, приобретенный вами, и опыт, который приобретает сегодня молодая демократия Молдовы. От чего бы хотелось бы вам уберечь сегодняшних молдавских политиков, от каких ошибок и, может быть, даже, не знаю, отговорить от тех решений, которые они сегодня готовят для Молдовы? Давайте с вас. Да. Вы знаете, история Молдавии говорит о том, что культурная самостоятельность молдаван очень необходимо, потому что они показали себе как очень толерантный народ. Вы только посмотрите, сколько народов здесь проживает хорошо. Уже 200 лет болгары и гагаузы проживают здесь. Они сохранили свою идентичность, и никакие противоречия между ними нет. А когда сейчас в Болгарии это 2,5 миллиона людей, они ушли на Запад. А уже их дети не знают по-болгарски. Почему? Потому что он давит на них. Среда ситуация такая. А здесь русский язык здесь стался вторым языком, так сказать. Де-факто. Де-факто. Ну и молдавский. Я вижу, как люди проходят с одного на другой язык. Такое есть в Бельгии. Между фламандским и французским. Но между ними есть напряженность. А здесь нет такого. Это очень толерантный народ. Болгары тоже являлись когда-то толерантным народом. Сейчас это уже немножко так поменялось. Эти болгары, которые проживают здесь, они сохранили самые лучшие черты болгар. А там болгары, где настоящие дунайские болгары, потеряли много из этих положительных черт. Так, поэтому я думаю, что нельзя погубить вашу идентичность. Вы знаете, что получится? В рамках Румынии вы не будете прямо согласовать свои действия с Европейским Союзом, а через Румынию. А это означает конец вашей идентичности. Если вы хотите быть румынами, это уже другое дело. Но если хотите быть молдаванами, я удивляюсь, почему же нет. Молдова дала таких исключительных людей, такие большие люди в истории, имеют свою собственную историю. А почему же? Я не могу сравнить, скажем, по национальной толерантности молдаван с румынами. Вообще нет. Вообще нет. Они немножко на Балканах стали националистическими, такие агрессивными, а ваш национализм – это охранный. Я целый день слышал и видел, какие добрые послания из вот этих людей, как излучают что-то доброе. Я не знаю, почему интеллигенция так сказали мне, я не знаю, какая здесь ситуация, я так подробно не занимался, но я не знаю, почему интеллигенция хочет так залечить, уничтожить эту специфику Молдавии, молдавского народа. Есть много народов, которые исчезли в истории. Но почему же у вас есть история? Большая, многовековая история. Ну вот за сохранение всего этого мы и боремся. Вот сегодняшний президент Молдовы Игорь Николаевич Дадон, как раз, в общем-то, как один из инициаторов этого мероприятия, один из активно продвигающих
политиков, продвигающих идею сохранения национальной идентичности и государственности. Сегодня он понимает, да, что это невозможно и без истории, и без культуры, и без экономики, в конце концов, без связи с внешним миром, который будет уже идентифицировать граждан Молдовы как, ну, не знаю, полноправного партнера, как полноценного, да, да, игрока на внешнем рынке и во внешних политических связях. И для этого над этим надо работать политикам. Это, в общем-то, аксиома, но мы не доказываем. Народ нужно быть тоже так. Нужно быть более активным народом. Я понимаю. Но ведь тоже отчасти разделенный народ. Смотрите, у нас из экономической ситуации где-то порядка миллиона людей работают за границей. Да. Большая часть в России, какая-то часть в Восточной и Западной Европе. И где, понятно, если в России там строят, то в Восточной Европе, то есть в Западной Европе наверняка там уже используются наши другие таланты. Мы терпимые люди, можем ухаживать за больными, за детьми, за стариками. Да. И, соответственно, таким образом пытаемся обеспечить своих близких для того, чтобы они выживали в сегодняшней Молдове. И это не самая лучшая форма существования государства, это мы уже поняли. Надо возвращать людей в страну, потому что, в принципе, сейчас нашими руками укрепляется экономика других стран, и это печально. Ну, могу сказать. Да, конечно. Вы знаете, если будет интеграция с Европейским Союзом, через Румынию Молдавия будет периферия периферии. Периферия периферии. Но если самостоятельно, например, вступать в Евросоюз? Что означает самостоятельно? Ну, когда-то атаковали так называемую доктрину Брежнева о ограниченном суверенитете. Угу. Когда будете членом, и не дай бог, в Европейском Союзе, вы увидите, что означает ограниченный суверенитет. Каким он будет. А потому что разница очень большая. А в чем выражается? Вы хороший, добрый народ. А вы увидите эти люди, которые уже потом думают, они не забыли, что они высшие люди, они надчеловеки, а мы немножко так недочеловеки. Они этого не демонстрируют так открыто. Да, как они научились, потому что два раза они потеряли войну. Наше место здесь, как самостоятельное государство. И я здесь хотел бы сказать свое личное мнение. А это мнение нашего института. Надо укрепить то, что было в Восточной Европе. Восточная Европа производила 1/3 мирового производства. А вопрос, где сейчас она? Да. Каждый по отдельности хочет что-то сделать, чтобы было хорошо с ними, с Европейским Союзом и так далее. Но и кризис, который начинается в Европейском Союзе, показал, что их возможности ограничены. Ограничены в том, что уже Германия, как говорят, это паровоз для Европейского Союза, она получила с Европейским Союзом, с помощью Европейского Союза, то, что Гитлер не успел. Понятно. В ближайшем, буквально, наверное, в самые ближайшие дни в нашей столице будет подписано соглашение между президентом Молдовы и председателем Евразийской экономической комиссии. Соглашение о том, что Молдова становится членом-наблюдателем в этом большом экономическом сообществе стран. И это одно из предвыборных обещаний Игоря Николаевича Дадона. Это одно из, ну, таких вот его, один из таких его шагов, на который он получил практически всенародный мандат. Потому что, как показали последние соцопросы, ведь подавляющее большинство граждан Молдовы готовы проголосовать за вступление в таможенный союз. Да. То есть союз восточных своих соседей, чем в Европейский союз. И это получается такой народный мандат на подписание вот этого документа у Игоря Николаевича есть. И в этой связи вот вопрос к вам. Я понимаю, что со вступлением в Европейский Союз Словакия должна была искать новые экономические пути своего развития. Поменялась экономика, поменялось место Словакии. Ведь когда существовал Совет экономической взаимопомощи при, так сказать, существовании Советского Союза, когда
и сам Советский Союз, и страны Совет экономической взаимопомощи, соцлагеря, как сегодня говорят, формировали вот эту одну треть мирового ВВП. У каждой из стран было свое предназначение в экономике. Кто-то был, так сказать, вы вместе с венграми производили прекрасную аграрную продукцию, в Словакии, Чехословакия создавала и промышленную, и аграрную продукцию, но уже со вступлением вот в ЕС приходилось искать новые экономические пути. Как это проходило? Да, ну, я еще должна сказать, что когда распался Восточный блок, действительно, Чехословакия была поставщиком легкой продукции легкой промышленности, особенно в Советский Союз, этот рынок мы потеряли. Потом, ну, к сожалению, так было, Чехословакия была шестым самым крупным производителем оружия. Там тоже, что решение было бывшего чехословацкого президента, что Словакия не будет выпускать тяжелое оружие, так что очень большая безработица была, даже 20% достигала безработица в Словакии. Да и потери специалистов, которые уникальных да, людей и да, практически. Да, да, конечно, да. Ну и вообще промышленность с большой части она была разрушена, так что надо было каким-нибудь другим путем развиваться. И я думаю, что все-таки и Болгария, и Словакия, и Молдова – маленькие государства. И сегодня мы не можем отдельно жить без сотрудничества или без, ну, можем назвать это интеграцией с крупными или интеграционными объединениями, или, допустим, как у вас с Россией очень хорошие отношения. Обязательно надо с кем-нибудь сотрудничать больше. Вот я думаю, что и тоже вопрос Евразийского союза, это, конечно, тоже один из путей. Ну и, конечно, инвестиции тоже надо. Прямые иностранные инвестиции, если были бы, но это тоже, конечно, вопрос очень сложный. Мы тоже это проходили. Болгария, к сожалению, там не получилось так, как у нас, но мы находимся в центре Европы, так что у нас немножко другая ситуация. Ну, хочу подчеркнуть, что маленькие государства все-таки в экономическом смысле, они уязвимы и обречены на сотрудничество с кем-нибудь, mm-hmm. и кооперацию, или даже если интеграцию. Вот, несмотря на то, что она не всегда приносит то, что мы от нее ожидаем. Понимаю. Ну, спасибо вам за этот разговор. Так неспешно пролетело наше с вами время этого эфира. Я думаю, зрителям было интересно, потому что познакомиться и с гостями нашей молдавской столицы. И я так понимаю, вы первый раз, да, у нас в Кишиневе. Я хотел бы сказать несколько слов, обратиться к нашим болгарам здесь. Пожалуйста, можно даже на болгарском. Да, нет. Нас смотрят. Нет, по-русски. Да. Я хотел бы поздравить всех наших болгар, всех наших гагаузов здесь, которые проживают. И чтобы они знали, Болгария, их историческое отечество нуждается в их помощи. Мы пока ее получаем. И надеюсь, что их сотрудничество, их жизнь вместе с молдаванами будет продолжать так плодотворно, как было и до сих пор. Спасибо. Я тоже в этом уверен. Спасибо за разговор. Будем следить за тем, как проходит конференция, рассказывать о ней. И, в общем-то, мы, телеканал КЧН-ТВ, неравнодушен к судьбе собственного государства и будем дальше работать на укрепление этой страны. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях были участники международной конференции под названием «Молдавская государственность. Историческая преемственность и перспектива развития». А именно Людмила Липкова, профессор экономического университета Братиславы, и Минча Минчев, профессор, доктор философских наук и директор Болгарского евразийского научного центра. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго.